очередные карьеры, очередные лодки. Сейчас мы будем заплывать. Ну что, получается запрыгнуть-то? Так, велики нагрузили на новую лодку. Новый матрас. Хоп! Это я забыла. За ручки. Ты берешь, тянешься за ручки. Так, Макс, ты готов? Давай, Вань, бейся. Все, поплыли. Мы отплываем. Ваня еле-еле. Вот, Макс счастливый, как всегда. Фу, Макс, сейчас все под мышками. Ваня не смог запрыгнуть на матрас. Запрыгнуть. Хочу спрыгнуть. Сиди. Давай, покажи мастер-класс. Вань! Давай, Макс, Вань, ты же понял, как. Блин, Вань, прыгай на лодку в таком случае. Че ты ржешь? Я не могу. Дай я тебя сниму. А, не могу, там оттуда. А, Макс тебя поддержит. Э, ну погоди. Давай, давай, оп. Да куда я подвинусь на самый краешек? Давай, Вань, давай руку. Руку давай. Смотри, сейчас как Макс залез. Смотри, смотри. О, молодца, чё. Не, ну втроём тут край. Не, втроём тут нормально. Залезай, Вань. Слушай, давайте к берегу отплывем, Вань запрыгнет. Нет, я сейчас так... Боже, люди смеются. Палец в попу. Это просто... Макс вообще, за что ты цепляешься? У него какие-то присоски на руках. Я вообще по крючку сейчас не порвал, опять же, там крючок крючок. Вань, давай. Я вот так загибаюсь все время. Вань, не выпущу в труса, когда... Вань, давай, залезай. Что-то я расслаблюсь. Вот, давай, тащи. На спине плыви. Вот, 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 давай, давай. Наконец-то. Вань, на, держи камеру. Я все, почему-то хватаю, у меня затягивается. На, на, на. Это супер. Надеюсь, я снимала. Да, что-то. В общем, мы плывем, короче. Залезли наконец-то, да. Ваня, еле-еле. Это был тест. Только мы что-то от берега не отплыли. Сейчас плывем. Сейчас дно посмотрим, что пролетит. Магнит, морковь. Да. Все, бешеный есть. Ну ладно, сейчас отплывем, продолжим съемку. Что? Что? Макс гребет ласты. Заплывай. Ален, ты куда? Иди сюда. Блять! Ален, ты лодку перевернула. Сейчас подсохнут, наверное. Сори, Макс. Нафига ты вообще сюда полез? Блин, Вань. А что?
меня надо достать. Нет, жди на берегу полчаса теперь. Давай. До следующей высадки. Сейчас. Просто так. А мы будем ногами так грести. Да, Макс? Ри что делает? Хулиган. Форточка. Форточка. Ой. Что там? Блин. Зарю, ря. Слушай, он злой пират. Он будет нас... Небом голубым есть город золотой. Где бы найти нам его? Вот такие вот у нас
старые карьеры в Твери летом. Все работают в будние дни, а мы тут плаваем на дувном матрасике, отдыхаем. О, как нас качает на волнах. И греет солнышко. О, какая качка. А когда на море качка? Велосипедисты. Снимай быстрее. На волнах. Мы катаемся на волнах. Я не знаю, как ее снимать правильно. Велики. Вот такая вот устойчивость. Ваня там у борта. Ну и все, собственно. Так, под водой ты есть что интересное нынче? Нету ничего вроде. Погреб поперек волн. Красавчик. Везет наши велосипеды. Не-не-не, на травку, чтобы матрасы все это складывать. Сейчас мы проплывем на косу. Классный матрас. Неплохой. Проблема в том, что жалко запрыгнуть уже. Вот сейчас будет корона. А может и не будет. Да Макс, не парься. У нас все предусмотрено. У нас, видишь, все веревочки привязаны, соплях. Заснял? Блин, Макс, головой стукнулся в колесо. У нас все рассчитано так, как надо. У нас никогда ничего не упадет. Сейчас даже камера такая. Ты с меня берешь, да. О, чувак, давай. Создай нам волну. Лови волну. Вот она, идет волна. Там не видно сверху. Не
красиво, что тут волна? Нет, нет, там было круче. Ну и они перевернулись в лодке. Все выебывались, выебывались. Сейчас он обратно вперед. Я имею в виду, что вы видели сам момент. Блин, да. Макс, ты близко к берегу не подплывай сейчас, а то там что-то торчат всякая тина. Так, надо в шипу. Блин, Ваня, хотела это протестировать, как на лодку заплыть. Ну, на это прыгать. Спрыгивай. Ну, все перевернули, нет? О, перевернули. Все нормально. Давай, плюхайся. О, сейчас тебя волной-то как накроет. О, да, смотри, смотри, смотри. Попробуй, что-то.